приехал с места преступления, чтобы выступить перед школьниками. Следователь-криминалист отдела криминалистики регионального следственного комитета Дмитрий Ключенков входит в состав следственной группы, которая расследует дело об убийстве ветерана Великой Отечественной Павла Макеева и его супруги. На встрече со школьниками он рассказал, как используется криминалистическая техника. Например, тепловизор помогает увидеть разницу температур на каком-либо предмете. Если, например, прикоснулся к стене, ничего невооруженным глазом не увидите. С помощью тепловизора можно будет контролировать свет на руке в течение еще достаточно длительного времени, 5-10 минут. А если металлодетектор можно найти даже иголку в кармане у человека, а при помощи источника криминалистического света следы замытой крови. Мы организовали и провели интеллектуальную игру по следу, в которой будет рассказываться в доступной для ребят форме о профессии следователя-криминалиста. Возможно, кому-то из старшеклассников это поможет определиться в своей будущей профессии. Интеллектуальная игра по следу проводится ежегодно, как правило, накануне профессионального праздника Дня криминалиста Следственного комитета. В этом году отмечаются круглые даты. Исполнилось 65 лет со дня основания службы. Дина Ислеева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».